День памяти Александра Варина. Мы признательны всем, кто выражает свои соболезнования на нашем сайте авторадио.ру, все, кто присылает телеграммы сюда и, соответственно, в офис Авторадио. И благодарим всех артистов, которые приходят сегодня к нам в студию для того, чтобы выразить слова благодарности нашему президенту радиостанции Авторадио Александру Варину. И чрезвычайно приятно, что в студии присутствует очаровательная девушка, которая всегда помогает нам во всех наших начинаниях, во всех воплощениях идей Александра Сансаныча. Это Кэти Топурия. Кэти, здравствуй. Здравствуйте. Здравствуй. Как-то я всегда... Не нравится мне, когда такие дни бывают, и всегда за, чтобы вспоминали людей как-то больше с улыбкой. Потому что, когда время проходит, больше остается такое хорошее воспоминание, мне кажется. Вспоминается всегда хорошее, и также надо всех провожать, мне кажется. Очень плохо, что в последнее время очень много хороших людей покидают нас. Но я всегда себя успокаиваю, говорю, что им там, мне кажется, намного лучше. Поэтому даже не знаю, что сказать. Я как бы лично не была знакома с ним. Ну, ребята были так ближе, были знакомы и знаю, что... Ну, во всяком случае, мы встречались на наших встречали, праздниках. Да, встречались, да, конечно, но я имею в виду... Я... Группа «Астудия» всегда у нас в гостях, желанные гости. Да. Ну, и знаю, что был очень добрый человек, и это самое главное, мне кажется, щедрый, добрый и с юмором. Это, мне кажется, самое главное в жизни. И сегодня мы хотим как-то так спеть песню, которая называется «Так же, как все», и мне кажется, эта песня и слова должны хорошо так... подойти к этому великому человеку. Потрясающая песня, конечно. Кстати, одна из любимых тоже композиций Александра Варина. И, Кэти, большое спасибо за то, что ты сегодня подарила ее всем нашим радиослушателям. Еще раз вспомнили нашего друга. Да. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. На Авторадио «День памяти Александра Варина».